Это котельная на Сиреневой улице в Щелкове, одна из самых больших в нашем городском округе. Она снабжает теплом и горячей водой в микрорайоне Заречном 80 многоквартирных домов и более 40 нежилых зданий, в том числе социальные объекты. С прошлого года в котельной проводятся масштабные работы по комплексному капитальному ремонту и замене оборудования. В рамках работ по капитальному ремонту производится капитальный ремонт котла КВГМ-20, заменена установка химической водоподготовки, заменены сетевые насосы, заменены насосы подпиточные, установлены частотные приводы, которые позволяют улучшить работу сетевых насосов. Также смонтирована автоматика регулирования. КВГМ-20 – это производимые в нашей стране котлы, которые нашли широкое применение по всей России. Вес металлической части котла доходит до 80 тонн. Это оборудование хорошо зарекомендовало себя в эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте. Александр Тырин отметил, что в дополнение к ремонту котла еще и замена целого ряда вспомогательных узлов и агрегатов на новые существенно влияет на улучшение качества работы котельной. Так, например, применение частотных преобразователей снижает затраты на электрическую энергию, а новая система химводоподготовки позволяет в автоматическом режиме выполнять умягчение воды и снижать почти на треть использование поваренной соли. В целом улучшение качества самого теплоснабжения. Меньше аварий происходит на тепловых сетях. Естественно, теплее в домах становится от этого. Качество ГВС улучшилось, горячего водоснабжения. Каждый житель, я считаю, увидел это в эту зиму, в течение отопительного периода этого года. Ну, почувствовали на себе, конечно, изменения и улучшения работы системы отопления, горячего водоснабжения. Сейчас в котельной из трех котлов действуют два. Капитальный ремонт третьего котла никак не отражается на объеме и качестве теплоснабжения. Проводимые работы планируют завершить за 3 месяца. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.